приветствуем участников, организаторов, партнеров и почетных гостей 20-й юбилейной международной специализированной выставки «Оборудование, приборы, инструменты для металлообрабатывающей промышленности. Металлообработка 2019». Металлообработка 2019 – это крупнейшая в Восточной Европе и СНГ выставка мирового станкостроения и современных технологий металлообработки, объединяющая на своей площадке передовые отечественные и зарубежные отрасли. Выставка проводится с 1984 года. Эта выставка росла вместе с отраслью. И сейчас металлообработка входит в десятку ведущих международных промышленных выставочно-конгрессных форумов. Дорогие друзья, в начале нашей торжественной церемонии мне хотелось бы с вашей помощью поприветствовать представителей отраслевых ассоциаций на нашей выставке. Немецкая ассоциация станкостроителей. Клаус Петер Кюнмюх, член правления. Ассоциация производителей станкоинструментального оборудования. Швейцария, генеральный секретарь Кристоф Батлер. Ассоциация производителей оборудования и инструмента Китай. Президент Мао Юфэн. Республика Беларусь. Беларстанкинпром. Генеральный директор Владимир Лапкович. Турецкая ассоциация производителей станков. Господин Артун Дюльген. Ассоциация предпринимателей и производителей станков. Турция, заместитель генерального секретаря Самерт Борджуин Эдакмуш. Ассоциация станкостроителей Тайвань, исполнитель и генеральный секретарь госпожа Элиза Ли. Также мы приветствуем представителей ассоциации машиностроительных технологий Чехия, ассоциация итальянских производителей станков, роботов, средств автоматизации и вспомогательной продукции Италия, ассоциацию производительных технологий Великобритания, тайваньскую ассоциацию машиностроительной индустрии Китай, ассоциацию производительных технологий, производственных технологий США и ассоциацию станкостроителей Япония. Ну а сейчас на эту сцену я буду приглашать почетных участников. Дорогие друзья, для приветственного слова на сцену приглашается заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Сергеевич Осьмаков. Добрый день. Меня слышно? Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемые иностранные гости. Министерство промышленности и торговли всегда поддерживало металлообработку, и мы не могли не прийти на 20-летие, на 20-ю, на открытие 20-й металлообработки. Для нас это точка, где мы можем проверить, как работает государственная политика в области станкостроения, мы можем увидеть новые образцы, новые продукты, пообщаться с нашими иностранными партнерами на тему локализации производства в России. Не только локализация, мы сейчас начинаем обсуждать и экспорт из нашей страны, и станкостроение должно стать и уже является важной частью национального проекта международной кооперации и экспорт. В прошлом году у нас экспорт металлорежущих станков вырос на 17%, например. Мы рады, я рад видеть в этом зале наших партнеров, наших коллег, торговых промышленных партнеров, потому что без работы комплексной по 119-му постановлению, по критериям локального продукта, наверное, у нас бы не получилось выходить на те цифры, которые мы сейчас выходим. По отдельным позициям это импортозамещение в районе 30-35%. Но мы очень четко осознаем, что нам предстоит сделать крайне многое, и крайне большой пласт работы перед нами предстоит. Мы понимаем, что как в оборонном сегменте, так и в гражданке
до 27-30 года есть чем заняться нашим танкостроителям. Мы понимаем, что в соответствии с решениями президента, решениями председателя правительства, максимальный объем заказа оборудования, в том числе станков, в рамках нацпроектов, в рамках госпрограмм должен приходиться на российское оборудование. Поэтому мы приглашаем наших иностранных коллег локализироваться. Мы запускаем новые специальные инвестиционные контракты, новую редакцию с этого года. Завтра в Думе я буду в первом чтении защищать этот законопроект. Это базовый механизм локализации в нашей стране. Мы продолжим оказывать всемерные меры поддержки российским производителям, создавать здесь добавленную стоимость, локализовывать ключевые узлы и компоненты. И все это невозможно без вас, коллеги, без такого рода мероприятий, как металлообработка, и без наших иностранных и российских партнеров. Я бы хотел выразить благодарность организаторам этой выставки, которые упорно, несмотря ни на что, организовывают, проводят, делают его масштабной, интересной. Большое спасибо САС и «Станкоинструмент», организаторам выставки, вам, коллеги, и надеюсь, что эта выставка будет интересной. Мне уже интересно, я столько людей в этом зале ни разу не видел на открытии. Спасибо вам большое. Слово для приветствия предоставляется президенту Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергею Николаевичу Катырину. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Ну, справедливо было сказано, что это одна из основополагающих выставок на нашем комплексе. Она не только основополагающая с точки зрения ее масштабов, с точки зрения ее истории, конечно, прежде всего, с точки зрения содержания. Сегодня все мы понимаем, без танкостроения, без развития этой отрасли невозможно говорить и о экономической безопасности нашей страны, и о реализации национальных проектов, над которыми мы сегодня работаем, и о многих других вещах. Поэтому за этой выставкой, за этой отраслью внимательно следят представители всех отраслей страны. И, конечно, вся система торгово-промышленных палат. Нам чрезвычайно важно, чтобы наши коллеги, члены палаты, да не только члены палаты, все, кто работает в этой сфере, имели возможность посмотреть передовой опыт, передовые достижения, показать свои возможности, показать то, над чем они сегодня работают и что будет завтра предложено ими на нашем рынке. Да не только на нашем рынке, сегодня станки нашего производства пользуются уже популярностью и зарубежье, и не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье. Это показатель того, что отрасль развивается. Мы серьезно работаем над рядом постановлений правительства, по которым нам поручено выполнять работу по тому, каким образом организована работа на территории Российской Федерации, кто и как может участвовать в поддержке экспорта, реализации программ по госзаказу. Работаем мы вместе с соответствующим министерством, в первую очередь с Министерством промышленности. И надо сказать, что эта работа наша совместная приносит успехи, о которой Василий Сергеевич уже сегодня сказал. Выставка – это не только выставка. Конечно, это комплекс мероприятий, которые здесь проходят. Их порядка 30. Кроме того, что можно увидеть, можно еще поучаствовать в дискуссии, на которые мы всегда приглашаем депутатов Государственной Думы, наших сенаторов, членов правительства, представителей исполнительной власти, не только из центра, но и из российских регионов. Это возможность высказать свою точку зрения, каким образом и что должно делать государство, чтобы развивать эту отрасль, в том числе и работать с нашими зарубежными партнерами. Вот одно перечисление тех, кто сегодня участвует в этой выставке, говорит о том, что здесь сегодня ведущие станкостроители мира присутствуют, и есть возможность вместе с ними пообсуждать то, каким будет будущее станкостроения. Я хотел бы очень от души, от всех нас, поблагодарить наших зарубежных коллег, которые откликнулись на наше приглашение, приехали, участвуют в этой выставке, я надеюсь, будут участвовать в дискуссиях, которые здесь будут. Благодарить наших экспонентов. У нас сегодня примерно пополам из почти 2000 участников и экспонентов, половина это российские представители бизнеса, российские станкостроители. Конечно, огромные слова благодарности сотрудникам экспоцентра, нашим коллегам, которые смогли организовать это мероприятие на достойном уровне. Я надеюсь, что оно, как всегда, пройдет с блеском. Хочу всем пожелать успешной работы, ну и самое главное, успешных результатов. Спасибо всем. Слово для приветственного приглашается на сцену
заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики город Москва, статс-секретарь Кузьменко Анна Михайловна. От имени Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы приветствую организаторов, участников и гостей 20-й международной промышленной выставки «Металлообработка 2019». Уже 20 лет выставка является международной авторитетной площадкой по обмену опытом и представлению лучших производственных практик и по традиции объединяет 1000 крупных промышленных компаний и ведущих экспортеров России и зарубежья. Правительству Москвы поставлена амбициозная цель по увеличению несырьевого экспорта страны и в ближайшей перспективе до 2024 года предусмотрен рост экспорта до 250 миллиардов долларов, учитывая то, что на нас возложено исполнение национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Правительство Москвы силами подведомственной организации «Моспром» осуществляет поддержку внешнеэкономической деятельности в сфере промышленности и АБК. «Моспром» помогает производителям расширить свое присутствие на международных рынках, представить продукцию на крупнейших мировых выставках, получать финансовую поддержку и оставаться в курсе основных трендов внешнеэкономической деятельности. Одна из мер поддержки, которая предоставляется правительству Москвы, это программа «Сделано в Москве», которая дает доступ компаниям на международные рынки, организуя коллективные стенды на российских и зарубежных выставках при 100% финансировании затрат правительства Москвы. Для участников коллективных стендов, в том числе, организованы деловые встречи в формате матчмейкинга с потенциальными партнерами и зарубежными заказчиками. Благодаря данной программе мы не только увеличиваем узнаваемость продукции индустриальных компаний столицы на международном рынке, но и ведем продвижение Москвы как международного, как национального центра высокотехнологических производств. Сегодня мы открываем коллективную экспозицию под брендом «Сделано в Москве», и стенд объединяет новейшие продукты машиностроения, лазеры, аддитивные технологии и продукты для индустриальной автоматизации, всего более 20 технологий. Отмечу, что Москва экспортирует продукцию металлообрабатывающей отрасли в 133 страны с совокупным объемом более чем 968 миллионов долларов. Основными экспортными партнерами в 2018 году стали страны СНГ, Индия, Китай и Куба. Я уверена в том, что продукция, производимая в Москве, востребована на зарубежных рынках и качественна. Надеюсь, что инструменты продвижения, которые предоставляет правительство Москвы на базе подведомственной организации «Моспром», будут положительно влиять на экономическое развитие региона в целом. Желаю участникам выставки плодотворной работы, выгодных контрактов и делового сотрудничества активного. Спасибо. Станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгию Васильевичу Самодорову. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые дамы и господа. Позвольте мне от имени Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции приветствовать вас по случаю проведения 20-й юбилейной выставки «Металлообработка». Выставка – это та площадка, которая позволяет экспертно оценить состояние отрасли и проследить динамику ее развития. Сегодня, 35 лет назад, была проведена первая выставка «Металлообработка». За этот промежуток времени отрасль претерпела серьезные испытания. Она прошла через целый ряд крупнейших испытаний и смогла сохранить свой потенциал и дальше развиваться. Достаточно сказать, что мы начинали с плановой экономики. В 90-е годы и начале 2000-х годов отрасль серьезно потеряла свой потенциал.
И вот последние 10-12 лет мы присутствуем при появлении нового облика российского станкостроения. Во многом благодаря взаимодействию с государственными структурами, в первую очередь с Министерством промышленности и торговли, значит, принимается целый комплекс мер, направленных на государственную поддержку деятельности отрасли. Появляется механизм реализации частно-государственного партнерства, эффективно взаимодействует предприятие с фондом развития промышленности, выходит целый комплекс мер, направленных на создание механизмов развития внутреннего рынка потребления. Это все действительно способствует развитию и становлению отрасли и приобретению ее современного облика. В рамках выставки сегодня будет проведено более 30 крупных мероприятий, среди которых нужно выделить и научно-технический форум, который будет впервые проходить в этом году в течение 2 дней. И в рамках этого форума будет проведено 5 секций впервые. Значит, как отличительная особенность нужно сказать, что в рамках программы «Наукопрофильное образование» в этом году впервые 17 высших технических университетов России высказали пожелание принять участие в выставке. То есть все это способствует, безусловно, формированию и развитию интеллектуального, кадрового и имущественного потенциала в отрасли. Пользуясь случаем, хотели бы еще раз поблагодарить наших иностранных партнеров, наших коллег, представителей иностранных делегаций, представителей и руководителей иностранных национальных станкостроительных ассоциаций, которые на протяжении всего периода действия выставки «Металлообработка» всегда оказывали поддержку и всегда принимали активное участие. Станкоинструментальный мир, он оказался во многом мудрее тех политических решений, которые иногда пытаются помешать развитию важной для каждой страны отрасли. Поэтому огромное вам спасибо. Хотел бы поблагодарить, безусловно, государственные структуры, в первую очередь Министерство промышленности и торговли. За последние 7-10 лет выстроился огромный объем принятых решений, которые действительно создают условия для развития отрасли. Да, не все так гладко, не все получается. Есть вещи, которые требуют корректив, доработок. Но, в принципе, вектор и стратегия создания современного станкостроения, он благодаря этим решениям выбран. Хотелось бы поблагодарить, конечно, и наших партнеров в лице торгово-промышленной палаты и выставочного комплекса «Красная Пресня». На протяжении всего периода существования выставки мы всегда чувствовали поддержку друг друга, находили всегда правильное решение, взаимопонимание, и это очень важно. Ну и, безусловно, нельзя не сказать и не пожелать удачи нашим российским производителям металлообрабатывающего оборудования и инструмента. Предприятия пережили очень непростой период, и сегодня не все так гладко, но самое главное, то, что у станкостроителей есть стержень. Станкостроители всегда вырабатывают стратегию своего поведения на ближайшую перспективу, видят эту перспективу и свято действуют в рамках ее реализации. Хотел бы пожелать всем нам успехов, хотел бы пожелать предприятиям удачи и всех еще раз поздравить с юбилейной 20-й международной выставкой «Металлообработка» и 35-летием с момента проведения первой выставки и 60-летием выставочного комплекса «Красная Пресня» и 20-летием с момента создания Ассоциации «Станкоинструмент». Я думаю, такая хорошая магия цифр будет способствовать нашей успешной работе и нашему развитию. Спасибо. Хотел бы приветствовать вас на 20-й международной юбилейной выставке «Металлообработка-2019». Мы вот уже долгое время вместе с Ассоциацией «Станкоинструмент» организуем эту выставку. И я думаю, она получается, потому что из года в год выставка растет. Уже в этом году 1186 предприятий из 33 стран мира принимают участие. Увеличивается количество участников. 520 российских производителей станкоинструментальной продукции. Площадь выставки увеличилась. Сейчас она достигла 42 тысячи квадратных метров нетто. Из года в год она растет. А почему? Потому что большое внимание уделяется нашим президентам, правительствам Российской Федерации к развитию отечественного станкостроения. Те программы, которые были приняты, позволили активизировать деятельность многих предприятий по изготовлению той нужной продукции, которая необходима всей экономике России. Потому что станкостроение – это основа экономики. Без нее другие производства просто не могут двигаться вперед. И что я хотел бы сказать. Дело все в том, что
Благодаря вот помощи государственных органов, таких как Государственной Думы, выставка проходит при поддержке Государственной Думы. Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших депутатов, которые активно участвуют и активно поддерживают. Также хотелось бы поблагодарить Министерство промышленности и торговли, Торгово-промышленную палату Российской Федерации. Авторитет выставки подтверждается знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии, которую уже давно выставка подтверждает из года в год, Российского союза выставок и ярмарок. И еще самое интересное то, что выставка включена в официальный календарь, международный календарь Европейского комитета по сотрудничеству в области станкостроения. Выставка нас порадует в этом году и новыми премьерными разделами, такими как сварка, родственные производства, робототехника, автоматизация производства. И, конечно же, будет развиваться раздел аддитивные технологии 3D-печать. Коллективные экспозиции, их уже сегодня называли, те страны, которые принимают у нас участие, представлены предприятия из Тверской области. Вот сегодня впервые у нас представлен объединенный стенд правительства Москвы, который объединяет станкостроителей нашей столицы. Будет очень интересная и насыщенная деловая программа. Я думаю, что всем будет интересно. И, конечно же, я бы хотел бы от нашего коллектива, многочисленного коллектива «Экспоцентр», пожелать всем участникам выставки хорошей работы, успешной работы, успехов и, конечно же, выгодных встреч, выгодных контрактов. Спасибо. Сергей Сергеевич Беднов, произнесите эту знаменитую фразу, которую очень многие ждут. Уважаемые дамы и господа, 20-я юбилейная международная выставка «Металлообработка 2019» объявляется открытой! Полтора
с сегментом фондов, это маленький инструмент. Можете обрабатывать детали для самых станков, для других, 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 для